13 августа в поселке Славянка прошло первое профсоюзное собрание, посвященное созданию профсоюза работников порта Славянки, который находится на территории Славянского судоремонтного завода, а именно на АО ММПТ – Международный морской перегрузочный терминал. Профсоюз вошел в состав Российского профсоюза докеров – РПД. Собрание организовал первый секретарь Хасанского района отделения КПРФ Борис Павленко. Также принял участие первый секретарь Владивостокского горкома партии, депутат Заксобрания Александр Сустов. Члены нового профсоюза заручились поддержкой председателя исполкома Российского профсоюза докеров Максима Калядинцева и председателя территориальной общественной организации работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров Антона Вильки. Также со словами поддержки выступил член Рабочей партии России Григорий Кузьмин. Настрой работников порта можно охарактеризовать как боевой. Желаем успеха в отстаивании интересов рабочего коллектива. Максим Калядинцев поделился опытом профсоюзной борьбы в решении таких насущных вопросов, как повышение заработной платы, соблюдение охраны труда и заключение с работодателем коллективного договора. Хочется отметить, что низкая зарплата или нарушение охраны труда – это повод для недовольства, но именно газета с заметкой о профсоюзе и подтолкнула рабочих к созданию профсоюза. С того, что обсуждал, мы хотим типа вот профсоюз, типа вот написано в газете вашей партийной, профсоюзы, коммунисты, единый фронт. Поэтому ответ на вопрос, имеет ли смысл раздавать газеты на проходных предприятий? Да, имеет. А теперь предлагаем вашему вниманию короткие выдержки из более чем двухчасовой продуктивной встречи. Формат встречи сегодня. Собрание у нас учредительно, вы читаете, прошло оно 10 числа в полном соответствии с требованиями юридическими. Оформлены, зарегистрированы документы. Мы сегодня, организация АО МТП, она зарегистрирована, в реестр внесена Российского профсоюза докеров, то есть легитимная полностью все. И сразу скажу, что цель не стоит, что завтра мы раз шашки наголо и полетели рубить все головы. Не тот еще, нам сначала крепнуть, набраться сил. А сил мы наберемся тогда, когда у вас будет 50 плюс 1 голос. С одной стороны, работодатель имеется нормативные акты, право расстановки, все документы, по которым определяющие работу, жизнедеятельность, организация. А у рабочих, которые являются второй половиной социального партнерства, этих инструментов нет. Мы постараемся эти инструменты как-то понемногу на себя замыкать. Давайте теперь в двух словах вообще, что такое РПД, чем оно занимается. Значит, Российский профсоюз докеров был основан в 1990 году. Он отщепился от ПРВТ. То есть это выход из вышли мы из ПРВТ вообще, это профсоюз работников водного транспорта. Вот, выделилась отдельная секция докерская и образовался Российский профсоюз докеров. Значит, в 90-е годы это был один из самых отмороженных профсоюзов. То есть забастовки, итальянки, митинги и т.д. и т.п. Это все была наша фишка. Очень многого добились. Очень многого. То бишь самые сильные, скажем так, организации были это Дальний Восток, Владивосток, Находка. В Питере была очень сильная организация. Были организации ну, практически по всем портам. В Новороссийске была очень сильная организация. Туапсе, господи, кто там у нас еще-то по югам, Ейск, были мы в Мурманске, в Магадане, то есть, ну, практически вот все моря, которые омывают Российскую Федерацию, то есть везде Российский профсоюз, в принципе, представлен где-то в большей, где-то в меньшей степени. Был очень боевой профсоюз, за что нас очень сильно не любили и начали нас потихоньку плющить. Скрывать не буду, плющат нас хорошо, плющат профактивистов душевно. Есть адекватное руководство, то есть возьмем тоже ВМТП, блядь, или вот Питер, есть в Питере, ну вот Нева Металл, есть первый контейнерный терминал, там адекватное руководство, там оно с нами считается. Ну, там и численность, конечно, есть членов профсоюза, само собой, то есть больше половины людей в профсоюзе. Чем мы занимаемся? Значит, ну, первое, это, конечно, самая больная тема для всех работников, это зарплата. Пытаемся бодаться, опять же, все зависит от людей, мужики.
Ни председатель, ни его заместитель вдвоем ничего не сделают. Даже правком из 10 человек ничего не сделает. Если нет поддержки людей, выхлопа не будет, говорю сразу. Профактивистов заплющат, причем заплющат очень быстро, как только они поднимут голову и начнут что-то требовать. Поэтому сразу вот, как Боря сказал, шашки мы сейчас доставать не будем, наша задача сейчас набраться сил. Само собой, охрана труда, да, действительно, потому что, ну, к сожалению, люди и калечатся, люди и гибнут. И у всех это было, и я сам принимал расследование и в несчастных случаях, к сожалению, пришлось участвовать и в расследовании смертельного случая. Это вообще страшная фишка, когда, то есть, водитель, докер-механизатор задавил тальмана. Причем задавил 32-тонником, на котором еще висел 20-тонный рулон, а проехал по нему передними колесами, то есть, ну, тетку просто напополам разорвало. Она просто лопнула пополам. Да, то есть это все страшно, это ужасно, и этим, конечно, вопросом надо заниматься, да. Охрана труда включает в себя и спецодежду. В планах у нас, конечно, это однозначно, это коллективный договор. Значит, то есть это чем занимается РПД на местах? То есть занимаются непосредственно люди в первичках. Понятно, что у вас опыта сейчас ноль. Помогать будем. Советы какие-то помогать по нормативным актам. И я, и, надеюсь, Антон тоже там. Чем можем, да, будем помогать. А когда дойдем до заключения коллективного договора? Конечно, приеду, буду помогать. Вот, то есть это все, это реально, то есть чем можем, помогать будем. Но еще раз говорю, основная работа, конечно, ложится на ваши плечи. В нашу территориалку входят несколько дочерних компаний, которые также являются, ну, у них есть свои первички, они входят в нашу территориалку. У нас есть коллективные договора во всех компаниях. Самый, ну, такой хороший договор, он есть в торговом порту. Ну и все идут дальше по копии с торгового порта. То есть переговоры начинаются первые в торговом порту, на нас обкатывают новые предложения, мы предлагаем, к чему-то приходим, и далее переговоры уже в первичках идут и заключаются там коллективные договора. На сайте есть, можете зайти, у нас есть сайт нашей организации, можно зайти через ПАО МТП, прямо написать, там есть профсоюз, мы на сайте, можно отдельно написать наш профсоюз. МДП также, и там будет вся информация, там коллективный договор, все доп. Соглашения, все, что мы заключали с работодателем. То есть это отследить. Да, всем здравствуйте, меня зовут Григорий Кузьмин, я из Санкт-Петербурга, Ленинграда, представитель Рабочей партии России. Силу набирать, вам вот правильно сказали товарищи, нужно набирать силу, набирать электорат, набирать 50% плюс 1 и выходить на коллективный трудовой договор, предложение. Вот. И вот здесь у меня есть распечатка. Ребята прочитали, да? Мои предложения по основам, выжимка, так скажем, основных пунктов коллективного договора, которые можно предложить товарищам по работе для того, чтобы привлечь их в профсоюз. Там единственный момент. У нас 12-8. У нас 12-часовая рабочий день. Да, это просто шаблон от меня и от Рабочей партии России. И который вы можете менять под себя, как вам кажется. Ну да, правильно. Что надо, выберем. Да. Это ну будет. И спасибо за слово, да, я заканчиваю. Если что, обращайтесь в Рабочую партию России, либо ко мне, либо на сайте искать телефоны, контакты. Можем обменяться в конце. Спасибо. Можно еще программу. Так, тогда, значит, Станислав Юрьевич, сразу официально вам вручаю. И он уже будет подготавливать протокол и решение Совета РПД о принятии вашей профорганизации в состав РПД. Это вот ко всем документам, вашим учредителям, все это вместе. Вариант, то есть, был лицевой счет, и все это, что